Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы эволюционировали уже, как бы прокачали Мьюту к сотому уровню. Да, и сейчас мы пойдем прокачивать остальных покемонов. А пойдем мы, наверное, может, в горы. Посмотрим. Ух, это что-то... Да ты пехайся ты уже. Вот, фу, капут. Так, куда бы можно пойти? Фу, так. Ну, грузись уже. Так, это там чё за покемон? Если он... Да нет, вроде ещё там. Сейчас мы посмотрим. Вот, ну, в принципе, фиг его знает. Есть ли он у нас уже? Нет, нету. Его у нас, поэтому... Давайте попытаемся хотя бы его словить. Ну, давай. Фиг он ловится. А, ну да, убили. Ладно. А, может потом еще раз найдем. Так. Ну тут я больше никого не вижу. Так что давайте пойдем дальше прокачивать наших покемонов. Ну давайте, может, опять вот сюда куда-то. Электробас. Если не убьем, то... Ну да. Ладно. Так. Или, например, вот сюда. Есть там кто-то? Нету. Так, ладно, идем мы вот сюда. Прокачать Абру, Одиша. Так. Да иди ты сюда. О, уже Псайдак эволюционирует, отлично. О, Лошавод там еще один. Вот, Голдак. Отлично. Вот он. Так, сейчас. О, не тебя я хотел. Так. Ну да. Сейчас, так. Там у нас, да, там у нас покемон босс. Вот он, так, иди сюда. Ух, куча уровней сейчас. Ребята, еще один мастербол выпал, офигеть. Так, о, Ябра, в принципе, эволюционирует уже. Еще один мастербол, капут. Так, ну давай я Ябра эволюционирую, сразу две эволюции уже. Кадабра, 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 кадабра. Вот ты красавец. Так, и сейчас давайте пойдем, да, в принципе, опять сюда же. Так.
Так, о, там еще. Да, ты в бою. Ну ладно, давайте пойдем сюда. Ох, ты опять. А, в земле. А, да ты уже тут, ладно. Это умирает уже, наверное. А, нет, я их. Так, чем вы были? Ну, отлично. Ух, ты умираешь, давай я тебя лучше вот так купил. Так. О, там еще два покемона босса. Вот, ну вот это. Давайте лучше вот этого все-таки сначала. Ух ты. Да ты сильный. Ну. Так. О, Одиш эволюционирует. Отлично, ребята. Три эволюции уже. За один эпизод. Так, Кадабру я прокачаю где-то к 50 уровню, и потом я эволюционирую в Алаказама. Так. Ну что, Глум, вот он. Так. Там у нас был покемон-босс, но да, он уже пропал. Давайте дальше прокачивать. Глума мы уже эволюционируем, как бы. Только вот я не знаю, с каким камнем его эволюционировать. Да, в бою. Или с обычным камнем, или с солнечным, фиг его знает. Ну, в принципе, давайте мы уже сейчас пойдем эволюционируем его. Так, идем домой. И какой бы камень выбрать? Давайте все-таки, наверное, солнечный, так как, в принципе, если травяной камень, то мы уже знаем, какая будет эволюция, да? А потом, если что-то еще словим одного Одиша, посмотрим, ребята. Сейчас мы его просто так эволюционируем и... Отлично. Ну давай, 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 тебя я еще не видел. Ну? Давай уже. Белсум. Белусум. Так, ладно, сейчас мы посмотрим. Ух, какое мелкое. Ну, прикольное, действительно прикольное. Ну, отлично, мы можем его уже ставить в компьютер, ребята. Также Голдака. 4 уже эволюции было. Так, ставим их в компьютер. И сейчас на прокачку мы возьмем. Давайте Краби. И Солрока, я думаю, у него эволюции нету, да? И давайте Мэджикарпа. Такие две эволюции, которые как бы не очень долго им нужно прокачиваться, да? Поэтому, ой. Поэтому мы, наверное, их и прокачаем. Так. 4 новых эволюции было, ребята. Офигенно. Так. Есть тут кто-то еще? Ты какой уровень? 16-й. Нет. Вот. Вот, ты иди сюда. И вот ты. И кто там еще есть? Кто там? Кто? А ну, сейчас я только посмотрю. Нет, нету там Одиши. Шелдер.
Хорси там или Сидра, или Сидра. Так. Ну что, есть тут кто-то? Хотя бы покемон Боска. О, тебя можно? И есть еще кто-то? Тут куча всяких покемонов. У, Марштомп. Офигеть. Вторая эволюция Маткипа. Я не хочу. Я хочу Маткипа найти. Потом самому ему его эволюционировать. Так, идите вот сюда. Куча вас тут. Так, и кто тут? Вот ты еще вот тут. Ну давай уже, вот. Отлично. Так, кого еще бы можно? Тутудайл. Сквиртл. Во! Давайте вы сюда идите. Да, что, только один покемон? Так, отлично. Вот, иди сюда, вот этот покемон. Сейчас мы тебя... Да не ты. Ты уже у нас есть. Вот тебя сейчас мы, в принципе, попытаемся словить. Если, конечно, получится. Так, ладно, попробуем просто вот так словить. О, что-то ты опять никак не хочешь ловиться. А. Ладно, не ловишься, так иди ты. Короче. О, Шелгон зато эволюционирует. Отлично, ребята. Вот, офигенно. 4 новых эволюции. 5 даже. 5 новых эволюций. Офигенно. Зато у нас уже есть летающий покемон. Ну, как бы Чаризард, да, но и Райкваза, ну, как бы. Ух, офигенный покемон. Так, ну сначала, сейчас я его покажу, но вот ты, первая эволюция вот того. О, а я думаю, что-то... Вот этот как-то не так светится. А вот ты покемон босс у нас тут. Ну ладно, сейчас. Ух, ни хрена себе. Вот, так будет побыстрее. Охренеть, он себя еще хилит. Я об этом как-то забыл, но я не думал, что... Ух, твою ж мать. А, да такими темпами, конечно. Мы тебя будем бить до тех пор, пока ты все свои умения не используешь. Ну, как бы хилятся, да? А, ну ты что, издеваешься?
Ух, наконец-то убили. Фух. О, капут. О, зато Magikarp уже эволюционирует. Ну, давай уже. Ух ты. Ну, отлично. Вот он. Так, Мьюту. И сюда. И вот. Отлично, ребята. 6 новых эволюций. А ты кто такой? Вот, тебя тоже можно словить. А. Да чё вы так-то вообще ловиться не хотите? Ну. Ух ты, это О, наконец-то. Так, кого еще можно тут словить? Больше, в принципе, я никого не вижу. Поэтому, ребята, давайте, в принципе, на этом уже закончим вот тут. Наверное, вот тут мы потом и продолжим. Все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.